Так, ну что, ребята, берем трактор. Поехали. Так, ржавый риф. Мы сколько раньше проезжали? 300 метров? О, значит, я врезался здесь. Скорее всего. Ой-ой-ой, как медленно едет. Как медленно едет трактор. Так, ну чуть-чуть он у нас прокачали, мой тракторокчик свой. Совсем чуть-чуть. Поэтому, не знаю, доедем мы или нет. Давай. Нифига, новый рекорд. Ох, новый рекорд побили. А теперь до сундучка. Есть. Взяли сундучок. Отлично. И теперь будем дальше продолжать нашу веселую гоночку. Веселую поездку. Ага. О! Да. Прокачали трактор мы. Однако. Хорошо. Прокачали причем. Если мы здесь можем спокойно ехать. Здесь мы так не доезжали. Здесь ни разу. О, ну вот, проблемки первые начинаются. А, высокий риф. Очень тяжело подъехать. Давай. Вот, молодец. Так, это у нас еще гаджеты помогли, да? Монетки нам ускоряют нас. Хорошо. Поехали дальше. Отлично, второго уровня сундук. Едем, едем. Так, если перепрыгнем, перепрыгнем. Если нет... Так, к сожалению, нет. Не смогли. Не хватило у нас энергии. Ну вот, еще и подарочек у нас есть. Так, ну что, давайте в город поедем на нашей любимой машинке. Здесь тоже можем взять сундучок. Постараемся максимального уровня выбить. Для этого нам нужно много проехать в городе. Ну что ж, будем стараться. Давайте соберем. Что мы тут собрать можем? Все эти монетки. Опа, проехали, отлично. Так, 60 метров остается у нас. Опа, есть сундук первого уровня уже. Есть. И сейчас будем пробовать второго уровня. Открывать. Откроем, сейчас попробуем. Машинку, кстати, мы прокачивали. Поэтому она у нас с магнитом. О, хорошо проехали. Тут обычно я головой стукаюсь. Так. Проехали. Так, здесь сейчас ускоримся. Так, ну вот, сундучок второго уровня. Там будут монетки у нас. Кстати, у нас 55 тысяч. Я напомню, что мы можем купить какой-нибудь автомобильчик. Либо за 60 тысяч, возможно, попробуем открыть тот самый мотоцикл, ралли. Раллийный мотоцикл. Это будет прикольно. Либо улучшить какой-нибудь из автомобильчиков немножко. О, нет! Что я сделал? Офигеть! Блин, я не хотел этого, по правде. Разбился. Ой, к сожалению, разбились. Так, нам предлагают поиграть в заставу. На моноколесе. Ну давай, поехали. Попробуем. На моноколесе проехать. Не знаю, получится или нет. Потому что моноколесо — это такой вот сложный транспорт. Я, если бы знал бы, я бы его, наверное, не покупал бы. Потому что потратил на него 30 тысяч. Но это не маленькие деньги, конечно же. 30 тысяч. А едет он очень-очень слабо. Ладно, я не знаю, получится ли у меня доехать куда-нибудь. Но потихонечку едем. О, здесь меня спасает еще, что гравитация такая есть. Слабая. Опа, фух. А могли и разбиться, кстати. Спокойно причем. А, ну вот и разбился, видишь как. Да. А, поехали в сельскую местность. На мотороллере поедем. Так, у нас 62 тысячи, кстати, уже есть. 62 тысячи. Вот сейчас мы какой-нибудь, кстати,
новенький транспорт и купим. Посмотрим, что у меня там за транспорт есть. Кажется, мотоцикл, который я еще не купил. Вот надо попробовать его. Если денег хватит, то мы его купим, конечно же. Так, мне нужно сундучок взять. Поэтому будем аккуратненько ехать, чтобы не разбиться. Чтобы еще немножко монетки какие-то были у нас на прокачку нашего автомобильчика новенького будущего. Так, 40 метров доехать. Ну, я думаю, доеду, в принципе. Я далеко доезжаю, кстати, 600 метров. Можно даже попробовать сундучок второго уровня открыть. И попробовать, получится или нет, рекорд побить. Я не помню, прокачивал ли я до этого этот самый драндулетик. Но вряд ли, конечно. Ну а вдруг? Вдруг, если прокачивал... О-о-о! Так, здесь надо вот так вот с ускорением сделать. О, хорошо, забрались. А главное, что бензин у нас не кончился. Пока есть. Пока бензинчик есть. Главное, мне не разбиться еще, не перевернуться. Все. А бензин это второе. Не так важно прям. Опа, 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 опа. Отлично, отлично. Давай, давай еще чуть-чуть, дружок. Нифига себе, 300 метров, как далеко, как тяжело дается. Всего лишь 300 метров, а мы едем уже очень долго, мне кажется. Так, ну все, в принципе, нормально. Мотоцикл. Мотоцикл, цикл, цикл. Всю дорогу обоцикл. Это про наш мотоцикл. Кстати. О, да. Второго уровня мы взяли. Сундучок. Ну что ж, 30 метров у нас до кубка. Сейчас попробуем доехать. О, нет, разбились. Да как так? Ну ладно. Давайте откроем, посмотрим, что там лежит интересного. А, тут ничего такого интересного нету. Ага, ну давайте это самое, посмотрим. А, разблокировали детали у нас есть, 119-й. В смысле? Что-то нам говорят. Так, магнит можно улучшить. Ну давай этот, бесплатно. Чё, давайте повысим. Так, ну что, поехали! Поехали на этой машинке. Так, у нас какие там запчасти стоят, интересно. Так, скоростные, наверное. Мы прокачали немножко магнит. Поэтому... Так, давайте багги обгоним. Попробуем обогнать. Получится багги обогнать или нет? Блин, багги быстрый. Не получится, наверное. У меня такой задачи не было изначально. Чтобы обогнать багги. Поэтому он уже далеко куда уехал. Ну, ладно. Ой, кстати, сейчас после этой гоночки будем покупать новый автомобильчик. У нас деньги есть. 60 тысяч, между прочим. Так. Кстати, мы еще, кстати, в пещере не со всеми машинками проездили. А это можно бы сделать. Нет. Главное здесь не застрять. О, нормально, проехали. Там можно, кстати, было застрять и все. О, нет, разбился. Ай, как обидно, как жалко. Ладно, сделаем сейчас, сделаем повтор. А, давайте все-таки... Так, 64 тысячи у нас есть. Давайте посмотрим, что у нас тут... какую машинку мы можем купить, которую мы еще не покупали. Вот эту, да? Мотоцикл. Обязательно мы сейчас купим. И либо такой вот, да? Не, давайте возьмем, купим мотоцикл за 60 тысяч. Есть, приобретаем. Все, приобрели мотоцикл. И поехали. Посмотрим. Ну, прикольный, слушай. Классный. Такой звук у него. Джим-джим-джим-джим-джим. Блин. Только что-то он стрыбает на нем, как этот самый. Не знаю кто. Как на пружинке какой-то ездит. Он должен быть мотоцикл ехать вот так вот на пролом, без всяких прыгалок. Без всяких прыгалок. А он у нас прыгает. Вверх-вниз. Ладно. Аккуратненько будем ехать. Икс.
Вот уже. Сколько мы проехали с вами? 400 метров. Надо не меньше 10 тысяч проезжать. Вот это да, 10 тысяч надо проехать. Но для этого, конечно, прокачивать нужно машинки максимально. Вот. Ну как мы все машинки купим, ребята, так начнем прокачивать одну за другой. Одну за другой машинкой будем прокачивать. Потихонечку, понемножечку, спешить мы не будем. А я практически все машинки, мне вездеход еще надо купить. Но еще новых там надо пооткрывать, машинок. Но чтобы их открыть, мне нужно прокачать багги. Багги, либо синий автомобильчик, он тоже классный. Но он у меня вообще не прокачанный. Вот, ну ты сам видел, да, у нас было 60 тысяч монет. И мы, получается, прокачали. А что мы прокачали? Мы ничего не прокачали, мы купили мотоцикл. Вот этот. Поэтому, конечно же, у нас стоит такая задача. Прокачивать машинки. Но мы еще пока все не купили, поэтому пока не хочется. Ну, достаточно-таки уверенно себя чувствую. Я на этом мотоцикле быстро еду. Достаточно далеко проезжаю. Что-то немаловажно. Вон, даже до пещеры доехал спокойно причем. О! Так, головой здесь можно стукнуться в легкую. В легкую головой стукнуться. Поэтому не спешим. Особенно вот в этом месте. О, это так очень коварное место. Очень коварное. Ох ты, не заехал я. Ладно, сейчас будем ускоряться. Ускоряться, но так, чтобы не врезаться головой. Так, а вот у нас и бензинчик закончился. Не знаю, если я перепрыгну, то я доеду. О, доехали. Это очень хорошо, что мы доехали, что хватило у нас как-то смекалки это все дело сделать. А-а-а, нет, разбились. Разбились. Ладно, ничего страшного, что разбились.